Царик Татьяна, Фазлиева Карина, Ефременкова Юлия. Девочки, вам аплодисменты, вы умнички. Это война! Это шоу «Хочу вядру!» Это правило! Первое этапа сегодняшнего эфира. Альбинская, честно говоря, хочется, чтобы ты что-то сказала. Я что... тоже очень хочу что-то сказать. Зритель говорит, мы уже не можем. Но очень трудно подобрать, наверное, сейчас какие-то слова, вот лично мне, потому что я помогала девочкам, я болела за этих девочек, я верила в них. Они старались, они сделали максимум возможного, но вот так распорядилась судьба, наверное. С каждым разом, с каждым эфиром становится сложнее и сложнее, потому что действительно остаются самые достойные, самые лучшие. Карин, вот ты сказала, что ты всегда была закрытым человеком. Наконец-то настал момент, когда ты открылась. Может, ты хочешь что-то такое уже настоящее, искреннее сказать именно сейчас? Конечно, я всегда говорю на самом деле искренне, возможно, просто говорю редко. На самом деле для меня это шикарнейший опыт. И я считаю, что все-таки я уже победитель из Казахстана. И осталась одна. И... я хочу поблагодарить Константина Шатыча, потому что, ну, под его музыку хочется жить, хочется любить. И просто спасибо вам за все, честно. На самом деле, еле сдерживаю слезы сама, но могу сказать, что, девочки, для вас, безусловно, это огромный-огромный опыт, то, что вы здесь приобрели, потому что он дается далеко не каждому артисту, не каждому человеку. Юля, ты же понимаешь, да, что мама вела тебя все равно. Все эти дни. Хочешь ей сказать спасибо? Ну, так случилось, что у меня две мамы, да, как бы бабушка и мама. Да, мама, которая в зале, спасибо тебе за то, что ты всю жизнь со мной. И мама, которая на небе, и тебе спасибо, что ты тоже меня ведешь. Муж, и тебе спасибо! И мужу спасибо, Танюш. Ты самая юная в тройке. Чему научил этот проект тебя? Быть сильной. Даже я сейчас плачу, но это не показатель, что я слабая. Я плачу через улыбку. Я уверена в том, что у каждой из вас сложится прекрасная карьера, музыкальная карьера. Вы достойны этого, и вы сможете все. Впереди второй этап шоу.